Долгожданная традиционная сельскохозяйственная ярмарка откроется с размахом. В этом году она станет вдвое больше. Площадь разделится на две части. Со стороны улицы Красноармейской разместятся 270 палаток, а со стороны Вилоновской будут заезжать автомобили с продукцией, около 75 грузовиков. Здоровая конкуренция должна привести к снижению цены на товары, считают организаторы. Конечно, нам лучше, чтобы наши, в первую очередь, мы будем давать места, предоставлять тем, кто с нашего региона. Тот, кто у нас вырастил, тот, кто хочет продать, как говорится, заработать на реализации своей продукции. А вообще, из опыта прошлых лет, у нас было с Мариэл ягоды везли, с Пензы, там, допустим, с Ульяновска, картошку, ягоды тоже. Фрукты, овощи, хлеб, мясо, молоко, мед и рыба. Ассортимент, как и всегда, широк. Главное, говорят в департаменте потребрынка, чтобы цена не зашкаливала. Для этого ввели новые меры и рычаги воздействия на тех, кто захочет не просто заработать, а обмануть жителей, пришедших за покупками. Речь идет не только о ценовой доступности, но и о качестве продукции. Попасть на ярмарку смогут те производители, которые предоставят необходимый пакет документов. К тому же рядом с торговыми точками развернут специальную лабораторию и установят контрольные весы. Качество товара будут тщательно проверять. Мы ввели еще одну новую методику для того, чтобы этот контроль был усилен. То есть договора не заключаются с предпринимателями на весь срок работы ярмарки. Они дискретные, разделены на 3 недели. В случае, если предприниматель ведет себя, в том числе и вот по этим вопросам, по поднятию цены адекватно, договор с ним продолжается. Если нет, он заканчивается, и дальше мы просто меняем человека, который стоит на конкретном месте. Традиционная сельскохозяйственная ярмарка начнет работу 12 августа и продлится до 30 октября. Приобрести товары народного хозяйства можно будет 3 дня в неделю, в пятницу, субботу и воскресенье с 8 утра и до 6 вечера. Также в этот период горожане смогут приобрести товары местных производителей, посетив сельскохозяйственные ярмарки, расположенные в Ленинском, Куйбышевском, Промышленном и Красноглинском районах города. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.